ребят, всем привет! Сегодня у меня очередной выпуск, и он у меня будет связан с чисткой серебра. Он необычный, не как везде показано, как чистят средства при помощи всяких химий или же уксусом, аммиаком. У меня сегодня будет средство, которое используют в основном ювелиры. И я хочу его воплотить в реальности, в домашних условиях. То есть хочу сегодня почистить серебро, серебряные изделия. Это крестики, колечки. А в частности хочу попробовать данным методом и серебро, серебряную монету. Но это, повторюсь, будет эксперимент. И мы узнаем, работает он или же нет. Я не уверен, первый раз я буду делать. Вернее, мы будем в первый раз вместе с вами это делать. Так что смотрите, надеюсь, вам понравится, и в дальнейшем вы будете чистить. Плюс он хорош тем, что вы можете это делать в домашних условиях. Не просто мы кладоискатели, нумизматы, но и обычные люди, которые носят серебро, любят серебро, но затрудняются в процессе чистки. В данном случае мы это сегодня с вами будем делать. Смотрим. Сейчас отправляемся на кухню, и там весь процесс у нас будет. Итак, у нас для самого метода понадобится немножко приготовить, например, раствор. Раствор и огонь. Для того, чтобы начать это, мы готовим растворчик. Берем вот такую вот обычную лимонную кислоту, приобретенную в магазине. Насыпаем 1 столовую ложку. Ну, можно на глаз, но я сделаю для эксперимента все наглядно. 1 столовая ложка лимонки. И все это дело заливаем. Заливаем водой. Возьму теплую воду, чтобы вода размешалась. Примерно 200 грамм воды нам будет достаточно. Чуть больше, меньше, ничего роли не сыграет. Размешиваем это дело. И вот такой вот нехитрый растворчик у нас понадобится в дальнейшем. Так что смотрим дальше, что у нас ждет. Ну а следующее, что мы делаем, это берем газовую конфорочку, зажигаем. И что будем делать дальше? Берем старинный крестик, который я вам показывал на фотке ранее. Он очень в сильном таком загрязнении. Вот, хочу попробовать на нем именно наш процесс. Что мы делаем? Итак, берем мы с вами крестик, пинцетом зажали и над огнем держим до красного состояния. Крестик у нас нагревается равномерно и начинает менять цвет. Так, пусть пока нагревается, а мы с вами приготовим растворчик, в который мы замешали вот эту водичку, наливаем в половничек. Ждем, когда крестик у нас покраснеет. Крестик у нас, как вы видите, уже покраснел, становится красный. Прогреваем его равномерно до полной красноты. Как вы видите, вообще он красный стал. Накаляем, накаляем и бросаем. Забросили. И теперь сам крестик мы нагреваем. Как видите, вода начинает закипать. Ну и когда водичка у нас совсем закипит, держим в таком состоянии примерно 10-15 минут.
Итак, ребят, как вы видите, крестик весь был черный, сейчас побелел, но все равно остаются небольшие такие участки грязи. На донышке половника у нас находятся, видите, грязные ошметки. Сейчас еще минут 5, и мы дальше будем с нашим крестиком небольшие эксперименты делать. Итак, ребят, пока у нас кипятится, я решил сделать вот следующее, что нам понадобится. Это у нас аммиак обычный. Берем, наливаем вот в такую вот баночку, примерно 10-20 миллилитров. Затем берем обычную жидкость для мытья посуды, тоже так же 20 грамм. Заливаем небольшого количества водички. Вот так вот примерно. И что мы делаем дальше? Сейчас я вам покажу. У меня есть вот такие вот шарики. Это для стрельбы. Конечно, в лучшем случае нужно использовать стальные шарики. Их обычно берут из подшипников. Но я вот возьму такие медные шарики, посмотрим, что из этого будет. Засыпаю их в эту баночку. Можно засыпать все. Засыпали. И что у нас получилось? Получилась вот такая вот ерунда. Вы скажете, что это? А это у нас является дальнейшее средство самого процесса чистки. Галтовка. Кто не знает, галтовка, она предназначена для обработки в промышленности деталей, чтобы сгладить края. Но в данном случае мы будем использовать для шлифовки. Берем наш крестик. И погружаем в баночку. Закрываем плотно крышкой. Из-за этого я взял такую баночку. И начинаем вот таким вот процессом обрабатывать наш крестик. Вот такими несложными манипуляциями мы будем продолжать в течение 10-15 минут. Так что отключусь я на 10-15 минут и посмотрим, включу, когда буду вскрывать баночку. Итак, ребята, закинул я после того крестика еще монетку для эксперимента и колечко. Вот такая вот у нас субстанция стала, темного такого золотого цвета. Я даже не знаю, грязь это или излишки лимонной кислоты, но процесс вот так вот протекает. Сейчас будем смотреть, что у нас из этого вышло. Итак, ребят, на этом я закончу. Сливаем мы эту жидкость. В дальнейшем она, может быть, нам и пригодится. А почему пригодится? Если нас сейчас этот метод не устроит, мы не будем этим заниматься. Просто любопытно. Я делаю это в первый раз. Видел я это видео у одного
ювелира. Он вроде как показал, вроде эффект был. И мы сейчас вместе с вами посмотрим в реальности, на самом деле данный метод работает или же нет. Ну, я скажу, он работает. Работает. И вместе с вами сейчас мы посмотрим, насколько эффективно данный метод работает. Так, промыли мы проточной водой. Даем мы все это просохнуть. А именно берем вместе с вами обычное полотенце бумажное. Укладываем изделия и тщательно их сушим. Он, правда, демонстрировал при помощи фена, чтобы якобы не оставались пятна на них, потеки. Ну, я думаю, этого и не требуется. Ну, что я хочу сказать, результат у нас налицо. Сейчас я вам это все покажу. Ну, а результат, ребята, у нас вот такой. Колечко у нас как бы почистилось. Оно чистое, но внутри осталось вот такой вот недостаток. Может, недостаточным я находил их под огнем. Ну, не знаю. Но внешняя сторона почистилась вообще зачетно. Я хотел усложнить, сделал колечко вот с таким вот рисунком специально, чтобы посмотреть данный результат. Крестик, который был в очень ужасном состоянии, получился у нас вот такой вот. В принципе, неплохой. Я даже узнал, что у нас на лопастях вот здесь вот имеется эмаль. Я даже не знал, что у нас имеется эмаль, но появилась. Следующий крестик вот такой вот зачетный получился вообще. Он был весь черный, а получился вот таким вот замечательным. Почистился очень хорошо, проблем с ним не было. Монеты. Монетку тоже я для эксперимента закинул. Сами видели, какая она была изначально и какая стала. А стала, я скажу вам, неплохой, зачетной, чистой монетой. На ней были наросты какие-то необычные и патина некрасивая. Вот. Я делал как эксперимент, закинул монетку. Оказывается, можно чистить таким способом и монеты. Ну, в принципе, вот так вот получился у меня процесс чистки сегодня. Я думаю, неплохо, неплохо. Но есть и более простые методы. Так что оставим моего метод просто как на заметку. И будем дальше экспериментировать. И сейчас прощаться. Итак, ребят, на этом я, наверное, и закончу свой видео эксперимент по чистке серебра. Много информации я пытаюсь найти и отыскать более-менее такие методы, которые подходят к нам. Почистки изделий из серебра, ну и всех остальных металлов. И сегодня я вместе с вами продемонстрировал один из методов, который вроде как считался шикарным. Но я считаю, что не стоит так замудряться и вот такие эксперименты делать. Проще есть другие методы, которые я буду вместе с вами в дальнейшем испробовать, потому что серебро у меня еще не чищено есть, также монеты, колечки, и вместе с вами мы будем в следующих видеоматериалах рассматривать. В данном случае мы посмотрели метод чистки при помощи нагревания монет, вот, галтовки. Результат есть, не спорю, хороший.
Но затрудняться, замудряться вот таким способом, я думаю, нет смысла. Так что как метод можно поставить палец кверху. Вот, он работает. Но есть куда лучше методы, и быстрее, и проще. Так что на этом я закончу. Вставлю фотографии, какие были у нас сегодня находки, использованные в методе. И после завершения этого метода на сам результат. Посмотрите, оцените, ставьте, конечно, пальцы кверху, так как стараемся все для вас, чтобы вы научились, также и сам я, чтобы попрактиковался, поучился данным методом. Вот. Подписывайтесь на канал, кто не подписался, комментируйте, предлагайте свои методы, мы вместе с вами рассмотрим. Вот. Кто предлагает, естественно, рекламирует себя как специалиста, ну, вам в это будет плюсик. Так что все, на этом и все. Рекомендуйте, подсказывайте, пишите. Буду рад, отвечаю всем. Все, пока.